уважаемые товарищи-подписчики, с вами Войнрук. В названии канала вы можете прочитать «Войнрук» для тех, кто считает себя воином. Воин, кто же это? Может быть, воином может считаться человек с высшим военным образованием, кадровый офицер, но история знает множество примеров, когда профессиональный военнослужащий дискредитировал себя, свою форму, предавал своих товарищей и нарушал присягу. Может быть, воином по праву может считаться тот человек, который знает вдоль и поперек ТТХ всех видов вооружений и техники? Пожалуй, тоже нет. По моему мнению, воин – тот, кто вне зависимости от того, мужчина это или женщина, молод он или стар, вероисповедание или профессии, тот, кому честь, доброе имя и справедливость дороже всего. Воин живет в каждом из нас. На канале вы сможете посмотреть различные видео об армии, военной истории, выживании в экстремальных ситуациях, интервью с интересными людьми, тематические обзоры и то, что захотите увидеть именно вы. Приятного просмотра! Всегда на связи с вами Войнрук.